Всем привет, это Team Rizzo. Короче, туториал. У нас подготовлено три трюка для вас, которые в конце третьего выпуска превратятся в наикрутейшую связку. И сегодня мы будем изучать трюк number one. Как он называется? Забыл текст. Jobs out. Прежде чем научиться этот элемент и вообще всю связку, вам нужно уметь базовые элементы. Это задний, передний и боковой. Этот элемент выполняется в сторону винтов. Как узнать, в какую сторону у вас винты? Прыгните на плоскости 360, например, влево или вправо. Кажется, у меня влево. Так как у меня винты влево, левая рука опорная и левая нога вытянута. Несколько нюансов. Ваш джобс должен быть на краю парапета. И второй нюанс. Ваша опорная нога должна быть подтянута к вашей джобс. Как только мы определились с исходным положением, нам нужно сделать подводящее упражнение. Свободной рукой делаем мах к опорной руке и опорной ногой толкаемся и просто спрыгиваем в сторону. Свободной рукой встаем движение в диагональ и прямой ногой делаем мах. Чтобы выполнить элемент на 100%, достаточно просто отклонить плечи назад и сделать все то, что делали во втором подводящем. Спасибо за просмотр, и в следующем туториале я научу вас делать колесо Зена.